Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. 20 лет за незаконный бизнес. В Махачкале задержали поставщика синтетических наркотиков. 17 вместо 23. Антимонопольная служба предписала пассажирским перевозчикам столицы отменить повышение цен на проезд. 222 года со дня рождения великого полководца. Сегодня в Махачкале прошло открытие обновленного памятника имаму Шамилю. В Махачкале задержали поставщика синтетических наркотиков. Молодой человек был замечен полицейскими во время оперативно-розыскных мероприятий в момент совершения очередной закладки. В дальнейшем в ходе обследования жилища у подозреваемого обнаружили 145 грамм метилэфедрона, а также принадлежности для расфасовки наркотика. Здесь я и готовил, собирал, все делал, фасовал. Здесь фасовали, да? Магомедов, поясните-ка, что в данном пакете у нас хранится сейчас? Находятся пакеты зиплоки, весы, да, и товар. Максимальный срок лишения свободы, который грозит обвиняемому, составляет 20 лет. Стоит отметить, что для сбыта наркотиков задержанный использовал мессенджеры для обмена информацией и электронную платежную систему. Было установлено, что данные лица являются, значит, закладчиками и осуществляют бесконтактный сбыт наркотиков на территории города Махачкалы. Посредством, значит, мессенджера Telegram через интернет-площадку МКХ ВОК и ВРС. Это распространенные, значит, интернет-площадки, через которые молодые люди в настоящее время осуществляют бесконтактный сбыт наркотических средств. В основном это синтетические препараты метилэфедрон, мефедрон. 23 рубля за проезд в Махачкале в маршрутном такси признан незаконным. Антимонопольная служба предписала пассажирским перевозчикам столицы отменить повышение цен на проезд. Требование вынесено 6 транспортным компаниям. Это Третий парк, Астория, Трансфлот, СТС, Новостройтранс и Пилот. Они, согласно УФАС, нарушили закон о защите конкуренции, единовременно повысив тариф на проезд на одну и ту же величину – 17 до 23 рублей. Так, транспортные компании обязаны в течение 5 рабочих дней снизить стоимость. В случае неисполнения предписания будут вынесены штрафные санкции. Обильные дожди и град стали причиной отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах Кайтакского и Кизлярского районов республики. Как сообщили в МЧС по Дагестану, из-за непогоды также размыты дороги местного значения и повалены деревья. Масштабы ущерба пока уточняются. Сегодня дагестанцы отмечают день рождения имама Шамиля. 222-летию великого полководца в Махачкале открылся реконструированный памятник. На одноименном проспекте главного героя Кавказской войны вспоминали добрыми словами. В числе присутствующих и мэр столицы. Обо всем по порядку Хадижа Курбанова. Заменили ненадежный кафель на дагестанский камень. Полностью снесли рекламную вывеску над постаментом и привели в порядок прилегающую территорию. Все эти работы были проделаны ко дню рождения великого полководца. И это очень важно, считают собравшиеся. Ведь монумент служит лицом дагестанского народа. Почтить память кавказского лидера и оценить постамент в обновленном виде пришли чиновники, общественники и религиозные деятели. Нашим детям и всему нашему обществу нужна эта история, чтобы мы знали, какой личностью был великий имам Шамиль, чтобы мы равнялись, чтобы брали пример с этого человека, чтобы наши дети знали, когда они будут расти, с кого нужно брать пример, на кого нужно стараться быть похожим в плане мужества, храбрости и вместе с этим в плане уважения к старшим людям, к окружающим людям, в плане стойкости и соблюдения религии. Но, несмотря на облагороженный вид монумента, некоторые общественники посчитали не совсем верным выбранное для него место. И образ исторической фигуры, по их словам, должен быть воздвигнут в полный рост. Дескать, монумента великому полководцу недостаточно. Но поддержку у главы города они не нашли. Ведь установление памятника в полный рост противоречит нормам ислама. Именно установку памятника, за это большая ответственность с точки зрения ислама, за изваяние не только даже человека, тем более такого человека, как имам Шамиль. Я думаю, если мы в имама Шамиля время жили, вы предложили ему поставить памятник, меньше, что нас ждало, отсечение головы. Я вас прошу именно, давайте мы не будем поднимать установку памятников, бюстов и любое, что отбрасывает тень, тем более имаму Шамилю.
Как заметили многие, обновленный монумент также не соответствует состоянию улицы, на которой расположен. Проезжая часть проспекта оставляет желать лучшего. Поэтому первым делом мэр города заявил, что реконструкция на этом не заканчивается. Далее будет проведена замена асфальта на дороге и устранение ям. Но все это требует времени. То мы отремонтируем все каналы, по которым проходят коммуникации, в первую очередь. Потом уже поменяем дорожное покрытие. А также сделаем и освещение, разделительные газоны, прилегающие там дублеры. То есть полностью, не просто поменять асфальт, это ничего нам не даст, к сожалению. И сделать сегодня хорошо памятник и просто поменять асфальт, который через полгода пойдет такими же волнами, будет чуть неправильно. И поэтому чуть сабр, уважаемые махачкалинцы и дагестанцы. Для таких работ потребуется год, заверил глава города. И, возможно, к следующему дню рождения предварителя горцев не только монумент, но и вся улица с одноименным названием будет радовать глаз махачкалинцев. Хадижа Курбанова, Салман Гитехмаев, телеканал НТ. Махачкала. Пресс-конференция дагестанского школьника, который стал суперчемпионом мира по ментальной арифметике, прошла сегодня в Махачкале. Турнир собрал 600 детей из 16 стран мира. Среди них и 50 ребят из Северокавказского федерального округа. Но лучший результат показал дагестанец Магомед Кагиров. Соревнования проходили в Анталии. Это не первый международный титул Кагирова. В прошлом году он становился чемпионом мира в Малайзии. Тогда Магомед опередил 15 тысяч конкурсантов из 80 стран. В его копилке имеются также множество других наград и титулов. Мы каждый день занимались упорно, в ресепшене, вставали рано утром всей командой, решали много примеров, готовились к этой Олимпиаде. Она развивает память. Вообще ментальную арифметику придумали для того, чтобы развить память, а не уметь быстро считать. Ну, мне это больше помогает в быстром счете, чем запоминание памяти. Память меняет. В Дагестане в самом разгаре сбор урожая сладкого солнечного фрукта – абрикоса. Он в республике растет буквально повсюду – во дворах, вдоль дороги и даже на горных вершинах. Один из лидеров в поставке плода – Унцукульский район. Там имеется около 500 гектаров абрикосовых садов, и благоприятные годы с этих плодовых насаждений собирают в пределах 8000 тонн урожая. Подробнее о процессе сбора и дальнейшей реализации сочной продукции в сюжете Карины Баталовой. Унцукульский район в этом году счастливчик. Грады непогоды обошли стороной эту плодородную землю. А это значит, что абрикосовые сады принесут хороший урожай. Несколько недель назад первые плоды созрели в селе Гимры. Позже эстафету приняли Ирканай, Аракани, Ашельта, Балахани. В селе Майданское абрикосовым садом владеет Расул Муртазалиев. Уже больше 20 лет бывший инженер занимается сельским хозяйством и признается, что очень любит свое дело. Помимо этого сада, у меня еще другой сад на горном склоне. Я там землю взял в аренду около 1 гектара. Там вырастил сад. С помощью этой техники и сам сконструировал насосную станцию, подаю туда воду. Вот так и занимаюсь. В садах Расула растет 4 сорта абрикосов. Краснощеки, Ишалах, Ханабах и именуемый местными жителями Дедовский. Предпочтение отдается сорту Шалах. Плоды более крупные, товарный вид лучше и реализуется быстрее. Кстати, о реализации. Более 60% урожая абрикосов отсюда вывозится в центральные регионы нашей страны. За солнечным фруктом приехал и предприниматель Алиасхаб Магомед Султанов. Вот абрикосы дагестанские. Каждый год сюда езжу. Закупаю, еду в Россию, центральную Россию. Наши города Ростов, Москва, Питер, Воронеж. Очень сладкий абрикос, экологически чистый. Тем не менее, проблема реализации абрикосов все еще волнует фермеров. По словам главы района, лишь недавно в столице республики наконец появилось место для продажи фрукта. Проблемы у нас, конечно, еще и с переработкой абрикос. Раньше, хотя у нас в районе были действующие 3 консервных завода, которые перерабатывали это, на сегодняшний день все они находятся или в консервации, или полностью умерли. Хотелось бы обратить, чтобы на это обратили внимание Абдусин Мухидинович и глава республики, чтобы в этом направлении нам помогли.
В этом году у консервных заводов Дагестана в планах переработать 350 тонн абрикосов. В масштабах республики это небольшие цифры. Но пока на рынках российских городов наши абрикосы пользуются спросом, фермеры могут смело расширять свои сады. Урожайность наших сельхозпроизводителей и граждан, ведущих личные и подсобные хозяйства, радует. Радует также цена, которая сложилась на сегодняшний день. Оптовая цена от 40 до 70 рублей. Мы в этом году ожидаем собрать в данном районе около 8-10 тысяч тонн. Это почти около 40% на сегодняшний день урожая собран. До конца сезона осталось совсем немного. Ближе к июлю здесь соберут последние плоды. А это значит, что нельзя терять время и нужно поскорее закупаться этим сочным сладким фруктом. Карина Баталова, Патимат Кадеева, телеканал ННТ, Унсукульский район. И о спорте. Боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в полуфинал боксерского турнира на Европейских играх в Минске. Накануне единственный представитель Дагестана в составе сборной России с явным преимуществом одолел итальянца Азиза Мухидина 5-0. Вчерашний день выдался для российской команды не совсем удачным. В следующую стадию пробились только Габил Мамедов и Энри Агрба. Остальные семеро боксеров сошли с дистанции. Завтра в бою за выход в финал Муслим Гаджимагомедов с хорватом Тони Филиппи. А боксер-профессионал Магомед Курбанов проведет бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. Поединок пройдет 20 июля во Франции. Соперником дагестанца станет местный спортсмен Мишель Соро. Курбанов выступает с 2015 года. Его победная серия насчитывает 17 поединков. В разное время он выигрывал титулы в 5 престижных боксерских версиях и сейчас занимает 7-ю строчку рейтинга. Его оппонент Соро имеет в своем активе 33 победы и 2 поражения. Право оспорить вакантный титул он добился, нокаутировав в конце прошлого года американца Грега Вендетти. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.